Так, про проведення чергового призову на строкову військову службу у квітні, в травні 2014 року. Хто у нас? Будь ласка. Доброго дня. Начинается очередной призов. Есть указ президента, распоряжение обладміністрації. І ви розкажіть, куди призивають людей? На Майдан. Міністерство внутрішніх справ. І все? Ну, непонятно по указу, тому що нигде не пройшло. Официально заявило Министерство обороны, что весной не будет призывать, а вот МЧС, Министерство чрезвычайных ситуаций, СБУ, Минтранс, вроде бы и в указе нет, и нигде они не определились, будут они дальше призывать или нет. Разнарядки еще нету. Ну а на основе какого закона мы зараз чьи? Указ президента и о... по очередному призову. Да, указ в октябре еще подписывал. Добре, є питання? Хто за, прошу вас. Проти? Приймалось нема. Про погодження міської програми протидії злочинності та посилення громадської безпеки на території міста Южного 2014-2016 роки. Нема заперечень? Нема заперечень. Ми побажали, щоб 100% був укомплектований штат дільничих інспекторів. Ну, це програма, к сожалению, не вирішує. Так, давайте разом. Ми тут допомогти, я так розумію, що там треба допомагати людей шукати. Що сьогодні дефіцит кадрів і заробітна плата дуже низька там. А відповідальність дуже висока. Так, добре, хто запрошував звати з побажаннями? Проти? Утримались? Прийнято. Про схвалення міської програми розвитку електронного урядування Южницької міської ради 2014-2016 роки. Це нова програма, вона вже створена до вимог нових існуючих документів і передбачає перехід на електронний документообіг, створення служби міської чергової служби і багато нових таких нововведень, які сьогодні розповсюджуються у всій країні для того, щоб зручніше було. Добре, нема заперечень? Хто за, прошу голосувати? Проти? Утримались? Прийнято. Про погодження внесення змін до рішення Южинської міської ради від 18.10.2012 року про затвердження програми розвитку малого і середнього підприємства в Южному 2013-2015 роки. Ми зміни вносимо? В даному проєкті рішення, так же, як і було в предыдущій програмі, вносяться змінення на погашення кредиторської задовженості 900 гривень і 2 тисячі. Хорошо, нема заперечень? То запрошуємо. Проти? Утримались? Прийнято. Про виконання програми розвитку малого і середнього підприємництва в місті Южному 2013-2015 роки. Що це таке? Уважаемый Владимир Николаевич, уважаемые члены исполкома, на сегодня предпринимательство, малый бизнес является важным сектором экономики, который способствует насыщенности рынка товарами и услугами и созданию новых рабочих мест. В городе Южном по состоянию на 1 января 2014 года насчитывается 2813 субъектов предпринимательской деятельности, в том числе юридических лиц 580, физических лиц 2234. Положительная тенденция увеличения сохраняется к 2012 году на 17% и к 2012 году на 14,5%. Что из объектов в городе на сегодняшний момент открыты? У нас идет сужение или прекращение объектов розничной торговли, мелкой розничной торговли, закрыто порядка 11 объектов. Открыты крупные, такие как «Фокстрот», «АТБ» и бытовое обслуживание в основном. Это юридические, адвокатские услуги недвижимости, это парикмахерские, это компьютерные услуги, автоуслуги, пошив, ремонт одежды. Что касается малого бизнеса в целом в структуре экономики города и бюджета. Малый и средний бизнес города – это 23,5% занятого трудоспособного населения города. На 1 января 2014 года в среднем бизнесе работает 4011 человек.
с каждым годом мы отмечаем все более увеличивающуюся тенденцию. Среднегодовое количество занятых на малых предприятиях составляет 1260 человек. Что касается объемов реализованной продукции малыми предприятиями города, то также имеем тенденцию к увеличению. Еще нет цифры 2013 года, но если сравнить 2012 с 2011, то это 35% было увеличение. И в удельном весе Одесской области с 0,7% мы увеличились до 0,93%, 0,9 с лишним, до 1% почти. Малый бизнес нашего города составляет в объеме производства мелкими предприятиями, допустим, Одесской области. Ну, в общем, как бы на выполнение программы, кроме средств из городского бюджета, идут средства по предпринимательству из центра занятости. На учете безработные стоят и выплачено за 2013 год 167,1 тысяч гривен. Это более чем 2,5 раза больше. Получили 12 предпринимателей такую помощь, 12 человек. Ну и общая сумма 175 тысяч. Хотелось отметить, конечно, бы и помощь в работе по предпринимателям. Это главы постоянной депутатской комиссии Тростян Олег Иванович, с которым мы работаем совместно, все совещания, семинары, все, что мы проводим. Я вам хочу сказать, что 23% при такой плотности промышленных крупных предприятий, 23% малого и среднего бизнеса – это хорошо. Это хороший показатель. Мы боремся везде по Украине, чтобы было 30% к этому цифры, как бы это, как бы, ну, в Европе нормальный стандарт. А у нас 23% при тех крупных предприятиях – это хорошо. Но то, что 1% – это мало. Я понимаю, что больше, чем в области, но… Производство продукции. 27% мы занимаем крупными предприятиями. А остальные? Ну, мелким вот пока нет. Какой процент сегодня от валовой продукции производим малым и средним бизнесом? 1%, 90 с чем-то, 0,99, да? Ну, 1% всего. Это мало. Понимаете? При таких объемах производства припортового и дельта. Ну понятно. Но 23% людей задействованы. Сфера услуг. В основном сфера услуг. Они не производят. Малый бизнес в основном сфера услуг. Но хочется всегда, чтобы они производили. Малые. Вот скажите, у нас стекольный завод, а малый завод? Малый и средний бизнес. Да, да. Мебельная фабрика, малый и средний бизнес. Да. Электрооборудование — это малый и средний бизнес. А ты говоришь только одни услуги. Это не услуги. Просто в основном услуги. В основном, да. В объемах производства промышленного 80% занимает это Одесский припортовый завод, 19% с лишним занимает предприятие «Дельта Вилмар», и где-то 0,5%, 0,6% занимает мелкие предприятия. С запуском того завода, что они сейчас запустили, я думаю, что там значительно поднимется процент валовой продукции промышленной, ну, пищевой промышленной продукции вместе. Все, да. Так, хорошо, есть питання? Присутні. Нема, хто запрошувався? От. Проти? Утрималось, прийнято. Про інформацію про здійснення державної регуляторної політики та стан відстеження результативності регуляторних актів в місті Южному на 2013 рік. Регуляторная деятельность осуществляется исполнительным комитетом в соответствии с требованиями закона Украины об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности. Регуляторный акт – это решение регуляторного органа, который принято, скасовано, відстежено, работаем. В основном тарифы, в основном режимы работы, в основном грошовая оценка земель. Ну, как бы все вместе работаем. Е-таблица. Проти, утрималось, прийнято. Про підтвердження 4-ї групи за оплатою праці Южинської центральної бібліотеки. Добрий день. Я прошу підтвердити працівника Центральної міської бібліотеки 4-ту групу за оплатою праці. Ми традиційно це робимо, ми не можемо це зробити на рівні штатного розпису, тому що в нас не вистачає кількості обслуговування і кількості книг.
Але на місцевому рівні ми це можемо зробити. Добре. Ми це робимо. Є питання? Ні. Хто за, прошу голосувати. А там є комп'ютер електронний? Да. Ні, ну є інтернет. Про призначення стипендії виконавчого комітету Южинської міської ради обдарованим творчим дітям та молоді. В галузі культури в цьому році переможцями вийшли Чаплигін Денис, учень 6 класу відділу народних інструментів та відділу сольного співу Южинської дитячої школи мистецтв. Люшненко Валерія, учениця 5 класу фортепіанного відділу та відділу сольного співу Южинської школи мистецтв. І Пітусь Анастасія, учениця 7 класу відділу графічного мистецтва, клас спортивного бального танцю. Теж Южинська дитяча школа мистецтв. Є питання? Хто за, прошу голосувати. Проти, утрималось, прийнято. Про стан роботи з питань усилення усиновлення опіки та піклування. Ну, Наталя Анатольовна докладувала нам на розширеній нараді, я думаю, що там... Так. Є питання? Ні, немає. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримались, прийнято. Про стан виконання міської програми соціального захисту окремих категорій населення на 2013 рік. Тут є питання якісь? Та ні. Зрозуміло все? Хто за, прошу голосувати. Проти, утримались, прийнято. Про погодження заходів та завдань програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства в місті Южно 2014 рік у новій редакції. Тоже в основном кредиторская задолженность в размере 5,5 миллионов, 34 объекта мы переносим на 2014 год и приобретение оборудования необходимого для закупки в 2014 году. Эти переходы из року в рік. Нема заперечень? Кто за, прошу голосувати. Проти, утримались, прийнято. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Южинської ради від 15.11.2005 року про визнання виконавців житлово-комунальних послуг у житловому фонді. Володимир, це я дав пояснення. Це зв'язано з тим, що ми внутрібудинкові системи теплопостачання хочемо передати ютки. Тобто, щоб тепловики наші працювали від котельних до батареї в кожній квартирі, щоб у нас відпали от ці всі несов'язані ситуації, зв'язані з цим. Що у нас спеціалісти говорять, це нормально? Та нормально. Буде один відповідальний тепер до батареї. От котельної до крана, да? Тут друг на друга пальці. Хто відповідальний за один метр? Саме головне, щоб люди знали, кому дзвонити і кому обращатися. Так, хто за, прошу голосувати. Проти, утримались, прийнято. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Южинської міської ради про встановлення тарифів та платні послуги для населення міста Южного, які надаються КП водопостачання та каналізація. Що, які зміни? Це зв'язано з тим, що там перевірка була антимонопольного комітету, і просто треба привести відповідність до... Ну ми нічого, на тарифи воно не впливає ніяк. Да, тобто, пломбіровка повинна бути безплатна. Тобто, там вони брали за пломбіровку деньги, і тепер буде... Повторна пломбіровка. Повторна пломбіровка безплатна. Нема заперечень? Хто запрошувався? Проти, утримались, прийнято. Так. Про виділення кімнат гуртожитку комунального підприємства готельно-житловий комплекс у кімнаті підвищеного комфорту. Да, вопроса нет, потому что он не прошел согласование. Но если Владимир Николаевич сказал за службу. Уважаемый член исполкома Владимир Николаевич, этот вопрос возник, и не только этот, там несколько вопросов было, но видение того, что нужно принимать, у каждого свое разное, поэтому, может быть, он и не дошел до исполкома. Я хочу напомнить, что с 1 числа решением сессии начало существовать коммунальное предприятие гостинично-жилищный комплекс в городе Южном. Предприятие начало стоять на базе бывшего порта Южный. Передача происходила очень сложно, поэтому многие вопросы, с которыми мы столкнулись с 1 числа, и в законодательном плане, и в рабочем варианте были довольно сложными. И на сегодняшний день они в стадии разрешения. Если не говорить о многом, только о том, что здесь было зачитано, это номера повышенной комфортности, это бывшие комнаты гостиницы порта Южный. На сегодняшний день они пустуют.
То есть предприятие платит за, за воду, за тепло, за свет, который там все-таки есть, там люди работают, но прибыли предприятие от этого не получает. Мы теряем, мы несем убытки. Никаким образом это на тарифах проживающих не сказывается. Поэтому у нас есть те номера, и я бы хотел, чтобы, поскольку когда передавалось, я немножко, чтобы было понятно, когда передавалось это здание, порт не мог передать его как гостиницу. Поэтому был сделан техпаспорт на общее здание, как общежитие. И мы его получили. На сегодняшний день, получив ваше одобрение на введение этих номеров, у нас есть уже подготовленные расчетные тарифы, мы можем их досогласовать с финансовым управлением, с управлением экономики. И уже в рабочем порядке эти все вопросы решить. Но это даст нам возможность сегодня уже начинать работать, и город будет иметь, будем так говорить, свою гостиницу, где можно будет, потому что очень много заявок идет, от, особенно спортивных клубов, те, которые приезжают на тренировки, на сборы и так далее. Вот, в принципе, то, что касается непосредственно этих номеров. Хорошо. Вы мне теперь скажите, затверните калькуляции, собівартості, ну, скажімо, тарифов в кімнатах, да? Да. А хто має право на затвердження тарифів, Людмила Владимировна? Это исполком, Владимир Николаевич, это исполком, почему, я объясню, это гостиница, человек, который приходит туда, сам решает, платить ему эту сумму или не платить. На сегодняшний день это самые дешевые номера, будем так говорить, в городе Южном. Почему они пользуются спросом? Суть, я не говорю о цене, я говорю о порядке. Порядок исполком. Для того, чтобы решить этот вопрос, надо хотя бы получить консультации в антимонопольном комитете. Потому что с 21 жовтня право, так сказать, затверджувати тарифи на місцевому рівні в органах місцевого самоврядування відібрали. Это немножко другое. Это не тариф, это калькуляция. Это не тариф, это калькуляция. Нет. Калькуляция это разное. Тарифы для тарифы на жилищно-коммунальные. Да, это жители не относятся к жителям города Южного. Евгений Николаевич, тарифы для жителей. Ну, а мы консультируем, хорошо. Это антимонопольное. Тише, тише. Это могли посоветоваться? Как это для чего? Чтобы усложнить вопросы за великие. Тут правильно то, щоб це готельний комплекс якось запрацював, щоб в нас взагалі ніяких доходів нема. Ні тарифи, ні затверджені, ні за рахунок чого існувати може. Я просто хочу сказати, що дійсно вопрос по ціновій політиці тарифів рішається в інспекції по цінам. И если в прошлом году еще этот вопрос решался в городе Одессе, то на сегодняшний день этот вопрос решается только в Киеве, в инспекции по ценам. Там работает 4 человека на всю Украину. Можете себе представить, какой там объем работы. Мы работаем очень плотно. Финансовое управление помогло нам в этом плане отработать все наши тарифы, которые приготовлены для жильцов. Но вопрос тоже не попал сегодня на рассмотрение исполкома. Я думаю, что на Финраде он рассматривался и был поддержан Финрадой. Есть, конечно, маленькое противоречие. И вот юротдел поддержал нас в том плане, что надо было бы принимать, потому что люди живут январь, люди живут февраль, они должны платить за коммунальные услуги. Понимаете? И поэтому хотя бы временное утверждение тарифа для жильцов, если инспекция по ценам примет другое решение, естественно, будет проведен перерасчет. И точно так же мы готовили в проекте решение с этой формулировкой, что в случае, если будет другая цена, мы проведен перерасчет, и люди будут на том уровне, на котором... Вопрос снят, потому что вопрос не рассматривал ни одно профильное управление. Но я так понимаю, на этом проекте нет ни одной визы. Тише, подождите. Я согласен. Я согласен, но если, ну, мы должны понимать одну вещь, одну элементарную вещь, что у нас все стоит мертво, понимаете? Если мы хотим решить вопрос, давайте мы сейчас, вот пока идет исполком, собирайте визы, читайте, чтобы мы его утвердили, то мы опять перенесем на месяц. А люди живут, все стоит мертво. Гостиница не работает, тарифы не утверждены, зарплата не платит. Ну ничего нет, понимаете? Если мы будем выдерживать букву закона, да, то нужно сейчас Вадиму Петровичу выговор объявить, что он пришел, распоряжение без единой визы, без ничего. Любое, беру любое распоряжение, любое. Вот первый попавший. Где наше распоряжение? Распоряжение. Вот видите, сколько виз? Любое распоряжение приходит сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять виз, все управления. А у вас сколько? Ноль. Понимаете, это действительно вопрос правильно ставит. Мы не имеем права его рассматривать на исполкоме. Но в интересах дела мы его должны рассмотреть
И как вот сейчас, я не знаю, вплоть до того, что мы можем сделать перерыв на 15 минут для ознакомления. Но вопрос с жителем не имеет никакого отношения. Сейчас процедура согласования тарифов для жителей Гуртожитка проходит в установленном порядке. Да. Это мы сейчас говорим про гостиницу. Я говорю за гостиницу. Которая по факту у нас общежитие. Да, я говорю за гостиницу. Сегодня должен наше коммунальное предприятие, которое есть готельно-житловий комплекс, отримувати якісь доходи. Вони можуть сьогодні, якщо ми затвердимо тариф, не тариф, а калькуляцію, і приймемо це рішення, він же може працювати, якісь доходи можуть дійти. Людей це не відноситься до людей. Я, тарифи ні. Про тарифи мови не йде. А йде тільки про це. Безумовно, тільки про готель. Ну, Людмила Ігорівна, я ще раз говорю, потрібно знайти якийсь варіант. Якщо ми маємо право, юрист, ми маємо право затверджувати. Якби зараз тут Ліза була юриста, я б його не питав. Олега, я ж по цьому поводу написав задоволення. Там, виходить, коли ми прийняли общежитие, комунальний топ, ми з одної сторони хотимо прийняти і хотимо гостиницю. Два вопроси, так не буває. Може бути либо одно, либо другое, либо два в один. Поэтому на сессии надо будет сначала первый вопрос определиться. Мы имеем право, первое, после того, как мы попадаем в вопрос. Либо происходит статус социальное жилье, ладно, это же с лекции пойдет, это мы сядем отдельно. Ты мне скажите, вот это распределение нельзя рассматривать? Ну нельзя рассматривать, потому что... Все, снимаем тогда. Потому что у нас не проходит эта скидка, у нас нет документов. Он еще, а кто будет месяц, два, три содержать это коммунальное предприятие, платить зарплату? Я считаю, что это тоже неправильно, что месяц, что два, три. Ну кто, ну вы понимаете, уважаемые друзья, и вас касается, и Людмила, и все, мы все забили гвозди, что так нельзя. А скажите, как быть, чтобы выйти из ситуации? Какой? Кто три месяца зарплату будет платить? Я задал вопрос. Я написал служебную записку, как быть, как вот это сделать, предложение, как дальше вот это выйти из этой ситуации. Как? Надо на сессию вынести вопрос. Сессия когда будет? 22-го? Завтра. Если завтра. Надо, может и... Ну завтра будет сессия, надо. Да. Вынести вопрос, но перед этим надо его отработать. Вопрос на сессии есть? Нет. Ну, может быть. А что не может быть на сессии? Ну, дело в том, что там действительно эти вопросы нужно говорить очень серьезно. Потому что это очень сложный вопрос. Вопрос не только в этих тарифах. Там очень большой круг противоречий, там завязаны интересы. Жители, видите, которые там проживают, речь о гостинице, идет темнатый, гуртожитки. Передвижный комфорт. Да, то есть это, в принципе, просто с другой калькуляцией. Мы не приобрели какое-то благо, мы взяли кучу проблем. Не знаю, что еще. Я просто хочу сказать, что так, как говорит... юрист, что о том, что это большая проблема, да, это проблема, разрешаемая для сессии и так далее, подготовки требований. Сегодня мы говорим только о гостинице, которая была в порту. Если исполком дает добро на то, что эти номера, которые были, мы выводим в номера повышенной комфортности, рассчитываем, у меня есть расчет, я готов показать их, рассчитываем посуточный тариф, и человек, приходящий туда, сам решает. Это же не тариф. Или не это не тариф. Значит, дальше. Что есть навыки для заселения проживания? Стоимость проживания. Теперь дальше. Владимир Николаевич, значит, дальше. Если мы хотим говорить о том, что это целый комплекс, я немножко хочу внести ясность. Мы можем спокойно, нормально выделять. Тише, вот тише. Сегодня давайте принимается, ну, положим, не сегодня, как вы решите, принимается решение о выделении этих номеров. У нас есть еще один там, это малосемейки и холостяцкое общежитие. Вот когда будет вопрос ставиться на сессию, на рассмотрение следующей сессии, да, малосемейки можно отдавать в приватизацию. Нельзя. Можно отдавать. Холостяцкое общежитие остается за городом, гостиница остается за городом. И это нормальное в одном здании умещаемое объект. Ничего в этом сложного, ничего в этом страшного нет. Если мы хотим совершить очередной коллапс, как нам предлагает сегодня юротдел, я прочитал, о том, чтобы все отдать под приватизацию, ну, можете представить, комната, три человека прописана, и им дают, пожалуйста, вот приватизируйте себе койко мест. Что это будет? Хорошо. Ну, давайте обсудим. Вот смотрите, ну, у нас есть общежитие, оно стоит на балансе, зарегистрировано у нас? Есть. Мы можем часть общежития повышенной комфортности отдать людям не тарифы, а просто дать кому-то под проживание? Можем. Ну. Пожалуйста, ордер по очереди и пошел. Да не ордер, ну почему ордер? Общежитие только по ордеру, нельзя по-другому записать. Дело в том, что мы когда начинали работать с этим вопросом, мы посоветовались и посмотрели документы
социальную базу. Одесский припортовый завод, имея общежитие, которое принадлежит ему, четко прописано, в случае, если есть свободные номера, они их сдают посуточно. Это общежитие, общежитие. Точно так же дел порт Южный. А когда теперь, у них были... Вам сейчас предложили доктор-директор общежития, 4 месяца было? По-моему, сегодня закончится мой марафон. Я с вас спрашиваю, Людмила Владимировна, вы сегодня сам курирующий этот вопрос. Что вы ему возить забиваете? Вы курируете сколько месяцев? Ну чего вы сейчас начинаете тут вопрос поднимать? Я же не спрашиваю, я же не спрашиваю с Лиманского, понимаете? Я спрашиваю с вас. А я его не поднимала сегодня на исполком. Да не исполком не надо было, ну 4 месяца или сколько. Я, Вадим Петрович, вообще закрою сегодня больничный лист за нарушение режима. Я сдал полностью. Тише. Подождите. Сколько мы получили фонд Майна? Где у нас фонд Майна? Сколько мы времени, как мы получили документ на собственность? 2 недели. 2 недели, да? А передача когда произошла? С Нового года. А что мы параллельно? Могли параллельно? Да, мы работаем параллельно. Ну сколько мы уже? Январь, февраль же. 2 месяца параллельно работы, так ничего не договорились. Могли. С ноября месяца, может быть, заниматься. Как только мы предприятие учредили, вот с этого момента это было, когда мы сессии. Тем более еще учредили еще раньше. Мы знали, что это было. Ноябрь или октябрь прошлого года было. Вот с этого момента надо было все это делать. Вопрос был в том, что это делать было невозможно, поскольку доступа туда не было. Понимаете? Для того, чтобы туда зайти, нужно было посмотреть объемы, что и как нужно. Да хоть юридическую сторону надо было отработать хотя бы. Ну, юридическую сторону надо было, не от нас зависит, а такие решения. Мы начали опять, кто-то из нас двоих, Владимир Петрович, получит вызов. Все ясно, что ничего не ясно. Нет, все ясно, что сейчас по закону, то, что говорит Вадим Петрович, невозможно сделать то, что он хочет. А говори, вот как говорит юридический отдел, это есть санитарный паспорт у этого строения, и он единый комплекс, он не может делиться на куски. Тогда его надо было передавать нам по-другому, понимаете, так как сегодня это все принято как общежитие. Остается только, Владимир Николаевич Планский, один только вопрос. Где взять деньги, чтобы заплатить за тепло, за электроэнергию, которая там сегодня горит, фактически? Из бюджета мы не имеем права. Вот вопрос. Вот отрежут это все и все. Мы тут все правы. Ну тут все по закону, мы все правы. То нельзя, то нельзя, то нельзя, и это нельзя. Я знаю, где взять деньги, вот все. И завтра, в пятницу у меня встреча с людьми, жителями этого общежития. Что я им буду говорить? Их этот вопрос не интересует. Что? Их этот вопрос не интересует, другой вопрос. Так в том числе. Мы тут начинаем выяснять, кто прав, кто не прав, кто как правильно, как по закону. А людей это, зачем им это знать? В первую очередь не это, нужно то, что мы сейчас рассматриваем. Тем более на них это никак не влияет. Но люди ничего не платят, люди коммунальные услуги не платят. Не, они платят, это идет. Ну, что-то платят, что не платят. Вода и это разные вещи, это на содержание дома. Вот Виктор сейчас отрабатывает тариф. Так, сейчас такое решение принимаем. Вопрос снимаем? Снимаем. Сейчас после малый зал, вот тех, кого замы мои все, и Вадим Петрович юрист, вот сейчас закрываемся и будем избирать как Папу Римского. Пока не решим вопрос, никто не выйдет. Понимаете, мы тут все правы, мы должны принять решение. Мы не должны гвозди забивать, а кто, должен сказать, как сделать. Тогда принимаете правовое решение, вы не примете. Вы принимаете политическое решение. Правово-политическое. И подписываете вот это политическое решение, коллегиальное, чтобы утвердить ему время. Уважаемые члены, тише, подождите. Уважаемые члены исполкома, доверите нам, вот это мы сядем, все посоветуемся. Да. Если что, они тогда повизируют все документы. Да. Если мы примем в таком уровне, вы нам даете поручение, мы разберемся. Если нет, значит будем следующий исполком слушать. Все, переходим дальше. Уже это будет долго. Про затвердження заходів та завдань програми розвитку інфраструктури міста Южного 2014-2016 років в новій редакції. Нема питань? Є. То, є? Будь ласка. Там нічого, як ти уточнить, мені слово не сказано по поводу капітального якогось реконструкції коллектора, який для нас розрісних сооружень, ні одного слова. Це програма реформування житлового комунального господарства, а це... И три программы тут есть. А это программа развития инфраструктуры, в которую входят такие управления, как управление капитального будівництва, управление свиной культуры, то спорта молодежной политики, то коммунальный заклад Южинская міська лікарня. Задоволені відповіді? Чи ні? Да. Ще питання є? Ну, а хто запрошувався?
про погодження внесення змін та доповнень до програми містобудівного кадастру міста Южного 2012-2016 роки за затвердженою рішенням Южницької міської ради від 14.12.2012 року. Є питання? Хто запрошує вас? Проти? Утримались? Прийнято. Про погодження внесення змін до загальноміської програми «Доступне житло» 2010-2016 рік, затвердженої рішенням Южницької міської ради. А тут ми що вносимо? Турка. Хто запрошував? Проти. Утримались. УКС. Є. Саша. Що ми з теплом по доступному житлу? З теплом потіння? Да. Вопросом сейчас подготовку ведут именно строители. Ты знаешь, что в березне мы сдаем, да? Знаю. Ну просто, я напоминаю. Надо просто к середине марта этот вопрос закрыть. Почему? Потому что кран уже перенесут. И поднять котельную на крышу уже технически будет невозможно. То есть 15 марта, чтобы вы понимали. Кстати, уже лист смонтирован, так вот доложу сразу вам. Лист уже смонтирован, привезен, стоит, уже монтируется в машинной шахте. Заканчиваются работы по внутренней отделке, там уже штукатурены все общие коридоры. То есть сейчас будут завозиться двери и приступать к полам уже вот в общественных коридорах. То есть сейчас лифт будет закончен, это там 2-3 недели, в принципе. То есть строители сейчас в своем графике идут. Мы, конечно, их подводим, но по тем причинам, что мы не вовремя можем платить. И в свое время, еще с прошлого года, была запущена, плохо работа не выполнена по обеспечению их котельной. Ну, отдельный разбор по электричеству, это, наверное, не... А занимаются? Занимаются, но надо будет все равно, наверное, выходить опять там на управление, потому что на их центрального руководства. Хорошо. Так, про погодження змін до програми розвитку земельних відносин та охорони земельного міста Южного за рахунок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та сільськогосподарського виробництва 2012-2013 роки, затверджений Южницькою міською радою. 50... Нема питань? Нема. Хто проти, утримався? Прийнято. Про закріплення території з прибирання та утримання за приватним підприємством «Арніка», розміщена за адресою міста Южний, Одеська область, проспект Леніна, 19. А що у нас так окремо? Да, там, кстати, територія, там же зараз з цими мафами так ще окончательного немає рішення. Завтра тільки на сесії буде, якщо ці мафи не будуть внизу убрані, значить, та територія не попаде нормально під обслуговування. Или как это все будет? Пока. Да поправки на самом деле, изменить. Так может этот вопрос рассмотреть на следующем исполкоме просто, потому что пока не, у нас не утверждена схема мафа в микрорайоне, там же эти мафы вокруг торгового центра. Ну а горит вот это? Да. Чини. Можно и после сессии. Можно на следующем исполкоме просто, логично было его перенести. Можно звонить? Серега, ты мне скажи, вот какая работа проводилась с этим предприятием и как оговаривалось условия по прибиранию вот этих территорий? Все предупреждено, все оговорено, он сдал чертежи, здесь приложен проект решения, как он будет делать устройство, где будет вымощена плитка, где будет поставлена лавочка, где будет поставлена урна. А почему, если мы передаем это все, никто не убирает? Кто за это будет отвечать в городе? Понимаешь, это все на моих нервах. Все, все, тише. Потом я про нервы я потом скажу вам. Поэтому я про нервы потом скажу. Я имею в виду, что когда это решается вопрос, давайте как-то будем обсуждать. Тихо. Хорошо. Так, переносим. Снимаем на следующий исполком. Кто за то, что перенесли? Прошу голосовать. Кто против? Утримався? Прийнято. Про погодження внесення змін та доповнень до комплексної міської цільової програми про заходи щодо регулювання розвитку території міста Южно 2011-2013 роки. Теж кредиторська заборгованість. Запрошую голосувати. Проти, утримались. Про постановку на квартирний облік мешканців міста Южного. Багато людей стає, так? Да? Стають ще. Це все на доступне житло, я так розумію, правда? Да? Хто запрошує голосувати? Проти, утримались. Прийнято. Про внесення змін до облікових справ громадян, які перебувають на квартирному обліку міста Южного. Міськвиконкомі. Що там? Правки якісь, так? Да? Состав сім'ї міняє. Хто запрошує голосувати? Проти. Утримались. Прийнято. Про надання постійної житлової площі Горбачовій, яка перебуває на квартирному обліку у Южницькому міськвиконкомі.
Це наша Інна, сирота, якій ми дали квартиру. Хто завтра? А ще можна, Владимир Николаевич, я прошу прощения. Людмила Владимировна мне сделала замечание, я с ней согласна, это правильно. Там, где идет состав семьи, я указываю 4 особы, значит, учитывая, что вопрос очень такой щепетильный, с ним очень много работали, то есть я там дам расшифровку членов семьи. То есть перечислю всех пофамильно. Дополнение. С дополнением. Кто за, прошу голосовать? Кто против? Утримался. Принято. Про затвердження витягів із протоколів від 20.11.2013 року номер 4647 спільного засідання адміністрації та профспілкового комітету профспілки робітників державного підприємства «Морський торговельний порт Южний». Нема заперечень? Нема. Хто запрошує? Проти? Утримались? Прийнято. Про затвердження списків перереєстрації працівників державного підприємства «Морський торговельний порт Южний», які перебувають на квартирному обліку за місцем роботи. Це вони що, до нас переходять? Ні. Ні. Я питання у себе стоять. Що? Ні, Людмила Володимировна. Про розгляд звіту про виконання міського бюджету міста Южного за 2013 рік. Ну, це ми виконали його. Давайте проголосуємо тут же. Зараз за 14 будемо говорити. Проти? Утримались? Прийнято. Про схвалення проєкту рішення Южинської міської ради про внесення змін і доповнень до рішення Южинської міської ради від 24.01.2014 року про міський бюджет на 2014 рік. Доброго дня. Як я доповідала при формуванні місцевого бюджету на 2014 рік, в зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу кошти на виконання місцевих програм були передбачені не в повному обсязі. Тому було запропоновано на найближчу сесію та виконком винести питання щодо внесення змін. Також ми маємо таку негативну тенденцію. З року в рік ми отримуємо кредиторську заборгованість. І на найближчій сесії також вносяться зміни. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету складає 13 мільйонів гривень. Тому до розподілу виноситься 26 мільйонів гривень. З них, як я вже сказала, 13 мільйонів – це кредиторська заборгованість. Крім цього, за матеріалами розгляду на депутатських комісіях вносяться зміни до місцевого бюджету. При формуванні бюджету ми затвердили видатки на капітальний ремонт фасаду поліклініку. Але ж, зважаючи на ті обставини, які проходили в нашому місті, і складну ситуацію, яка виникла з кришою поліклініки, є пропозиція виключити видатки на проведення фасаду поліклініки та затвердити видатки на проведення капітального ремонту криші поліклініки. В проєкті бюджету змін до бюджету передбачено придбання по управлінню житловому основних засобів по управлінню житлово-комунального господарства в розмірі 150 тисяч гривень. Крім того, проведення капітальних ремонтів житлового фонду на 1 мільйон гривень. Як я вже казала, видатки на програму були передбачені в рішенні про місцевий бюджет не в повному обсязі. Тому додатково розподіляється з місцевого бюджету 4,3 мільйони гривень. На програму підтримку по засобів комунальних засобів масової інформації 735 тисяч гривень. На утримання загальноміських територій 2,9 мільйонів гривень. На програму соціального захисту 115 тисяч гривень. Програму підтримку комбінату дитячого харчування 500 тисяч гривень. Інші програми 45,6 тисяч гривень. Як я вже сказала, загальна сума 4,3 мільйони гривень. Вноситься поповнення, пропонується внести поповнення матеріального резерву на суму 50 тисяч гривень та пропозиція продовжувати, виділяти кошти на продовження робіт, які вже розпочаті в нашому місті. А саме, теплотраса – це 2 мільйони гривень, на продовження будівництва мерії – 2 мільйони гривень, на капітальний ремонт водоводу в 4-му мікрорайоні – 1 мільйон гривень, і на реалізацію програми «Доступне житло» в нашому місті – 2 мільйони гривень. В цілому все детально викладено в додатку. Питання, будь ласка. Були гроші. Да. Сідайте. Я зроблю такий коментар. Я говорив на общем аппаратном вопросе финансирования. Вы знаете, что делается в стране? Какая цоканье это, ну, конечно. Гроши есть, но были перерахованы. Понимаете, у нас, давайте так, на русский, чтобы было более понятно. У нас проблема будет очень серьезная в этом году. Практически мы будем 2014 год выживать.
Выживать будем не из-за того, что у нас нет денег. У нас денег, мы полностью все программы, которые мы говорили, мы деньгами обеспечены. Но я сомневаюсь, что будет работать казначейство. Вы знаете, что если раньше у нас были проблемы по казначейству, это 2012 год, это где-то с октября, ноябрь до декабря, а в прошлом году у нас были, начались проблемы с июня, да, Лена? Да. С июня, а в этом году проблемы начались с января. Не закончились. Прошло. Да, еще прошлогодние не закончились. И те долги, которые у нас, кредиторская заборгованность, что мы сегодня, нам никто не будет ничего строить без денег. Пока мы даже хотя бы не рассчитаемся с долгами прошлого года. Ситуация в стране непростая. Вы знаете, что сегодня золотовалютный запас, там около 11 миллиардов остался, уменьшается. И вы видите, что с гривной делается и так дальше. Я не знаю, если не будет серьезных вливаний через... Татьяна, я подожду немножко. Если мы не, у нас не будет финансовых вливаний через кредиты, я имею в виду или МВФ, или Россия, кто бы ни дал, сдвигов никаких не будет. Поэтому я еще раз подчеркиваю, что 2014 год у нас просто пролетает как ветер, как фанера над крышей. Да? Просто мы ничего не сделаем. Дай Бог, чтобы мы платили заработную плату в бюджетной сфере, и дай Бог, чтобы мы платили пенсии и субсидии. Это вот не, это... Не мое государство. Ну, государство. Вот это, если будет, это будет хорошо. Все остальное я вас просто прошу, чтобы вы отнеслись к этому с пониманием, что 2014 год, я так понимаю, это будет год выживания. Имея наличие много денег. Формально, виртуально. Но это наши деньги, кровные. Они есть. Мы их зарабатываем. Но использовать мы их не сможем, к сожалению, я так думаю. Поэтому будем начинать настраиваться на 2015. Может, 2015 будет легче. Но этот будет, год будет очень-очень тяжелый. И то, что мы принимаем бюджет, и то, что мы там деньги закладываем и так дальше, я мало в это верю. Я мало в это верю. Поэтому надо к этому быть готовым. Так. Владимир Николаевич, зарплата, еще раз хотела сказать, у нас сильно прошел уже в феврале месяце сбой с выплатой аванса. Я еще раз подчеркиваю, зарплата и все бюджетные установы обеспечены в полном объеме. И задержка заработной платы, к сожалению, которая произошла у нас вот за первую половину февраля, возникла из-за проведения... Из-за казначейства. Из-за проведения... Только казначейства.